Здесь, на Западном кладбище, еще в конце 90-х ижевские власти собирались построить крематорий, чтобы решить проблему с нехваткой мест под захоронение. Но проект так и остался проектом, а проблема не исчезла. Захоронение осуществляется ежедневно. Средний показатель за год – это примерно 6500 умерших. Ежегодно требуется более 4 земли для подведения. Об этом начальник управления благоустройства и транспорта рассказывает градостроительному совету. Резервных площадей под захоронение у города осталось лет на 5. Поэтому-то город и вынес на обсуждение вопрос о строительстве крематория. Впрочем, проектировщики настаивают, этот объект нужно называть иначе – комплекс ритуальных услуг. По расчету у нас сейчас предполагается размещение ритуальных залов прощания без привязки к каким-либо конфессиям, религиям и прочее. Магазины ритуальных услуг и размещение одной кремационной печи. Всего лишь. Санитарную зону выдержали до ближайших домов, это коттеджные поселки Радужные и Новые Парники, километры. Но там жильцы парируют. Роза ветров здесь такая, что они всегда будут чувствовать, что находится поблизости. Против крематория и представители церкви. Нашей культуре никогда было не свойственно сжигать тела умерших. Было свойственно сжигать мусор, да? Вот, а тела мы хоронили всегда в землю. И поэтому здесь позиция церкви однозначная, также и, как, насколько мне известно, позиция ижевского муфтията в том, что, конечно, тела мы должны захоранивать землю. Тем не менее, концепцию возведения крематория градостроительный совет поддержал. В нем прописали обязательное строительство отдельной дороги от западного кладбища до объездной. Этот пункт, надеются власти, поможет изменить мнение местных жителей. А сам проект будет реализован только, если найдется на него инвестор. Оксана Худякова, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».